Шутер Doom где только не запускали. На часах Apple Watch, на принтере и даже на калькуляторе. Но, как оказалось, этого мало, и шутер засунули в батончик Milky Way. Adafruit Industries показали ролик, где в батончике был экран, запущенный на ней игрой. Родители, обратите внимание на хэллоуинские конфеты ваших детей. В них был найден Doom, говорится в описании видео. Правда, непонятно, как в нее играть, но есть подозрение, что в конфете находится экранчик с заранее записанным геймплеем. Кстати, есть конфету не рекомендуется.